Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также приветствую тех, кто впервые заглянул ко мне в гости. Сегодня хочу посвятить видео рассказам, как я делаю фотозону. Все снимать я не могла, не было времени, поэтому я так урывочками сделала кое-что, сейчас вам расскажу. Начну, наверное, из того, что я заказывала на Валбересе и на Алиэкспресс. На Алиэкспресс вот заказывала такой телефончик. Если он маленький, я ожидала, что он немножко побольше будет. Ну ладно, пускай будет. Вот такую лампу. Может, кому-то пригодится. Дальше. Вот смотрите, аквариум какой. Потом вот такой паровозик. Вот тоже надо раскрасить только его. Вот такие швейные машинки. Вот это вот слишком маленькая для кукол. А вот та, вот самое то. Вот смотрите, какая шикарная машинка. Просто как настоящая. Я в полном восторге от нее. Дальше. Вот такую мебель я на Валбересе заказывала. Она очень дешевая. Там, наверное, доллара 2 я заплатила за этот наборчик. Надо было только собирать, конечно, его. Вот получается вот такая прикроватная тумба, комодик, кровать и шкаф. Как бы за 2 доллара, думаю, стоит взять. Вот, например, вот такие коврики можно тоже купить на Алиэкспресс. Но я сама сделала. Так, дальше. Вот такие стульчики тоже сама делала. Вот эти боковинки мне брат вырезал. А это просто из палочек для мороженого. Тоже надо раскрасить, еще не успела. Так, дальше. Тут я тортик поставила. Есть у меня видео, как тортик делала. Потом есть вот как самоварчик вот такой делала. Он маленький, а сейчас вот еще есть такой вот побольше. Вот, наверное, сниму еще видео, как вот этот побольше делала. Смотрите, какой он. Чайничек и чашечки я как-то уже давно-давно лепила. Просто из самозатвердевайки. Так, потом вот такая лошадка. У меня тоже видео есть на канале. Тоже вот ее неплохо поставить в интерьере. Так, а сейчас я минутку все освобожу здесь и расскажу больше про саму коробочку, как я делала. Да, еще не все я показала аксессуары, какие купила. Вот такую еще лампу. Чайничек. Даже крышечка снимается. Но видите, оно все малюсенькое, очень малюсенькое. Потом шампанское тоже к Новому году снять, бокальчики, стаканы. Ну вот, немножко освободила, полегче сейчас будет показывать. Салфеточка просто у меня была такая связана. Просто положила вместо скатерти временно. Так, столик. Вот такая была у меня, не знаю откуда, заготовочка. Я расчертила, чтобы правильно ножки приклеить. А ножки просто сделала из палочек для мороженого. Так, стульчики я уже показывала. Дальше. Здесь сделала люстру, а сверху, вот так вот, видите, коробочку взяла по размеру вот этой ячейки, у нас такой стеллаж, и оставила немножко места сверху, чтобы можно было туда залезть и включить свет. Лампочка, это вот обычная вот такая свеча использовала. Ее вот так вставила, а здесь по кругу просто бусинки. Вот получилось так вот неплохо смотрится. Так, вырезала окошечко в коробочке.
из палочек для размешивания. Я тоже на Валбересе все палочки покупала. И для размешивания, и для мороженого. И сделала вот такую вот поперечечку, как окошко. Там приклеила. Сейчас минутку доберусь. Так, здесь приклеила файлик и картиночку, распечатку. Можно распечатку там не приклеивать, можно будет просто с этой коробочкой достать и поставить, например, на окошко. И там будет пейзаж настоящий за окошком. Вот такие еще цветочки делала. Потом карниз, это мебельная ручка. Сюда колечки нашла, были у меня какие-то тут от чего-то, даже не помню от чего. Сюда обычный обои клеила. А здесь на пол просто вырезала кусочки картонные, даже не придерживалась там ничего. Просто клеила, клеила, да и покрасила. Все, как бы не заморачивалась. Ну, считаю, для фотозоны будет нормально. И так поочередно буду ставить, какую мне нужно мебель, и фотографировать. Вот видите, вот моя куколка, она где-то у меня сантиметров 10-12, точно не помню. И вот уже как бы кроватка для нее из-за маленькая. Это как бы еще на меньше куколок рассчитана эта мебель. А стульчик так вообще как бы ни к чему. Если только на первый план брать, может что-то ставить. Вот так примерно. А куколку подальше. Тогда она будет казаться поменьше. Например, подвину. Шкаф наш падает. Ну, вот даже, например, шкаф вот взять ближе поставить. Соответственно, куколка уже смотрится меньше. Вот таким образом можно будет что-то придумать. Также весной еще девочки спрашивали, как я делала лавочки. Ну, это по принципу, как вот и стульчик сделанный. Вот такие вот лавочки. Ну, как я уже говорила, это мне брат вырезал боковинки. Сейчас ему некогда. Ну, если хотите, мы сделаем, только уже сделаем вот это из картона. Вот. Что если вопрос актуален, то можем сделать и лавочки. Решила еще вам больше показать насчет этой мебели. Может, у кого-то детки и хотите купить своим деткам играться. Вот видите, они тут и открываются. Вот как бы для фотозоны это не обязательно. Но вот если вы хотите для игры деткам купить, то вот видите, тут шкафчики разные, шуфлятки, полочки. И еще покажу, из чего я люстру сделала. Вот на таких кружочках вот продаются булавочки. Вот такие обычно булавочки. И очень удобно использовать такую вот люстру сделать. Тут есть дырочки. И просто на проволочку я цепляла за эти дырочки. Вот. И вот и разные бусинки цепляла. А в середине здесь вот сделала отверстие, чтобы вот эта деталька только пролезла. Вот так. А здесь уже вот дальше, вот здесь идет кружок. То есть основная часть, вот эта деталь, она сверху. Здесь выходит в потолке только вот эта часть нижняя. Ну так, надеюсь, я понятно объяснила. Если вам будет полезно мое видео, буду рада. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. Вам желаю всего самого хорошего. С вами был канал GoodToMake и я, Татьяна. До новых встреч, дорогие друзья!